Доброе утро! Сегодня решил выйти на улицы и узнать у екатеринбуржцев, знают ли они, где находится памятник Попову? Да, в принципе, кто вообще изобрел радио? Скажите, пожалуйста, кто изобрел радио? Попов. А знаете, где в Екатеринбурге ему памятник? Наверное, около Уфи. Пальчик, держите. Держите. Попов. Молодец, а где ему памятник? Не помню. Кать, скажите, кто изобрел радио? Попов. Кто изобрел радио? Попов. А где памятник ему, знаете? Где-то здесь. А кто изобрел радио? Попов. Молодец, и все, видишь, все нормально. Я подсказал. А вы знаете, какой завтра праздник? День радио, конечно. О-хо-хо-хо. А кто изобрел радио? Не знаю. Попов. Но мы сейчас перепишем. О, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, какой завтра праздник? Может быть, слыхали? Конечно, все знают. День радио. День радио, верно. А кто его изобрел? Попов. А где ему памятник, знаете? А вот прямо и 100 метров налево. Смотря где ты спросишь. В России скажут Попов, в Европе Маркони, а в Штатах это Тесла. Чтобы там транслировалось рок, наверное. Рок? Рок. Напой, да. Рок это... До скорой встречи, до скорой встречи. Ну, более англоязычным. Если бы у тебя было свое шоу, как бы оно называлось на радио и о чем бы ты там вещала? Жизнь современных студентов. Так, и какая она, жизнь современного студента? Тяжела, но весела. Радио? Да. Попов. А где ему памятник? Вон там, недалеко. О чем бы было это шоу твое на радио-радио? Обо всем. И ни о чем. И ни о чем. Я не знаю, я не местная. Откуда вы? Из Новосибирска. Ой, привет, Новосиб. Держи. Опа, а вот, кстати, памятник Попову. Да, да. А, знаете, да, кто изобрел радио? Попов, ну, да. Тут все логично. Людям с утра нужно настроение поднимать. Ну, наверное, да, развлекательное. Перед работой. Перед работой? Да. Ну, да. И для безработных бы тоже ведь. Да, они... Да. Тоже заслуживают. Конечно, да. Ну что ж, как вы видите, во-первых, екатеринбуржцы легко ориентируются, если спрашивать прямо у памятника. Во-вторых, они прекрасно понимают, что с утра нужно зарядиться чем-то хорошим, прекрасным и лучшим. Ну и третье, ну, примерно-таки все-таки статистика подтвердилась. Не все знают, кто изобрел радио. Завтра 7 мая, праздник большой. Да. День радио? А? Какой праздник завтра? Завтра? Ага. Завтра 7 мая? Ну да. Ну никакого. День радио? А, день радио, ну ладно.